мясо дай списать. И Курдюмов тут. Не дам списать, Банников, не дам. Хватит. Я вот поэтому вот такая и хожу всю жизнь без отличия. Это вот наша учительница, учительница по физике. Как я подошла, я говорю, очень строгая, но очень справедливая. Римма Ивановна. Но всегда с лучистыми глазами. Правда? А у вас еще кто не лучистый, да? Саша, лучистый или нет? Лучистый или нет? А ты какие слова вспомнишь? Добрым или сердитым? Добрым. Вообще-то школа была удивительная наша, 87-я школа. Я вспоминаю всех наших педагогов. Это были люди, которые все отдавали именно школу. Что люди говорили? Питерская, что Александр Васильевич, что Аркадий Владимирович, Михайлович, девушка, как Яков Исаакович. Яков Исаакович, его лег в руки в пятом классе. Она стала емякой. Как это я по жизни емякой могу надавать, как обращаться? Как Емяк, я в Москве славил. Емяк и тоже так и отвечает. Звенело, но это не игра Емяка. Это не игра Емяка. Это как бы это не игра Емяка. Привет! Да, кроме еще и... Слушай, Ваня, ты себя вспоминаешь, ты в жизни, ты кажешь, я тебе серьезно говорю, вообще терминал. Это Люда на дочке, да. Что ли? Мама тебя тоже хорошо разводит. Да. Да. Это мой, который приезжал. Внуки у тебя какие-то армянские больше, а не дагестанские. Имена такие. Сейчас уже больше, господин. Какие планки тебе ставят? Да, какие планки ставят? Это же от тебя зависит. Да нет, все в наших руках, да, наверное. Нет, ну если ты поставил низкую в нашей голове, то само собой. А дальше что? Дать выше. И вперед, к лестнице. А ты хорошо впереди, чем больше не есть. Да, ну а как? Мы сколько раз к ней ходили. Желание есть к этим планкам идти, понимаешь? Потому что вся дорога, вся жизнь. А мы открыты вообще. Вот мне шампан. Вот репортер, первый. Так приятно всех видеть. Я не знаю, как вы, но у меня душа трепещет. И очень хотелось бы, и я так думаю, что, наверное, у каждого так в душе, когда увидели тех, кого не видели долгие годы, несмотря на то, что годы убежали, я думаю, что каждый ощущает себя только молодым. Давайте первый тост выпьем за встречу, за то, что все-таки каждый из нас захотел выйти из своих маленьких домиков, захотел увидеть своих друзей, своих одноклассников, просто за искреннюю дружбу и за наши 10-й класс. Ты можешь проводить с Катюхой, а давай. Я тебя отстану. Мы с вами солидарны. Да. Минка, я тебя 30 лет.
за Ольгу Сергеевну. Пожелаем им здоровья, всего самого наилучшего, долгих лет жизни. Я думаю, что через 50 лет мы тоже встретимся. Да, спасибо за успехи. А мне наоборот, отсюда бегать везде удобнее. Ты ничего не понимаешь, а не к вам, я к учителям прибегу. А ты с тобой еще успеем. Давайте попробуем. Ну, мы вас фотографируем с ними, а потом... Спасибо большое. За все спасибо вам. Спасибо вам. А я хочу сказать, по старшинству, можно? Нужно! Мы сначала выпьем за вас, а потом вы нам скажете, хорошо? Ладно, да. Ладно, договорились. Дайте нам спирику нашу. Давайте мы вам поможем. Нет, мы сейчас, они скажут с цветами, Натуля. А я спирику, а когда они нет. Цветами тяжело. Они же хотят... Это никакой реакции на меня, со мной говорить не хочет. Да, Юрк, я к тебе перейду. Серега, не признаю. За 30-летие. Где наша маленькая рюмка? Он разговаривает, на него не похоже, Наташа. Если ты не ему 30 летишь. Он всегда был спокойный. Там себе на уме как-то украшал. Где? Здесь. Вот она вся, я вся ваша. Это ты туда сел во главу стола? Я хочу обратиться к моим дорогим мальчишкам и девчонкам, извиняюсь, дамам и господам. Прошло 30 лет. Казалось бы, ну, объем. А что такое 30? 30 – это миг. Раз и нету. 30 прошло, мы 30 лет не встречались. Прошло 30, мы встретились. Сначала не сразу узнали друг друга, но потом фотография помогла, и мы узнали друг друга. Так я хочу выпить за то, чтобы мы встретились еще, когда пройдет 50 лет. И вы, каждый из вас, после выбрали свою дорогу. У всех своя дорога. А я хочу, чтобы вот эта дорога на вашем пути всегда была ровной, чтобы не было ухабов, чтобы не было ретвин, чтобы не было поворотов всевозможных. Вот шли по прямой дороге. Счастья, удачи всем вам. Лет до старости, без старости, как в песне поется. Живите счастливо, долго и оставайтесь всегда молодыми. Это та же самая интонация. Да учителей. Ведь они делают та же интонация, как у нас на уроке. С тем же, вот как можно прямо. Да? Да? Вот абсолютно ничего. А чего надо? Правда, как будто 30 лет не было. И сразу прямо, да, оп, спинку. И теперь там можно, да. Я по кругу или пошел? Ты все же по второму, Юра. По второму уже? Да. Нет, еще до нас не дошел. Не дошел? Нет. Все с детьми, а некоторые даже уже и с внуками. Все равно вы для нас ученики. Мы вас вспоминаем, где вы сидели. Я даже помню, Катя на второй парте в среднем ряду сидела. Да, да, Катя, не помнишь, где ты сидела? Косичками, блин, косичками. Там на парты, да? Да. Мы помним, как вы говорили, как вы смеялись, как вы учились. Надо сказать, что вот эта тройка была всегда обязательной, отличной, круглой. Я помню мою зажигательную лету, это вечно все организовано. И до сих пор у нее фантазия в голове, ее романтизм. Я счастлива, что этот романтизм не выветрился, что она не изменила себя. И радостно, что наши мальчики стали настоящими мужчинами, состоялись и как специалисты, и как семьянины, и как люди, граждане.
Я знаю, что идеальных моделей нет. То есть ровной, гладкой дороги и лет до старости, без старости такого не будет. Но я бы хотела, чтобы в трудную минуту вы поняли, что друг около друга вы есть, и чтобы вы смогли друг другу помочь. Сейчас очень важно, чтобы вы, как Женя сказала, оказался не в вакууме, а знали, что в какой-то момент кому-то можно что сделать? Взвякнуть и завертиться звено, которое поможет какую-то опору вам найти. Вы сейчас самая зрелая часть нашего общества. Мы уже старички. Так грустно, но старички. А вы самая зрелая часть. На вас лежит и вся та моральная основа, которая должна быть в обществе. И вся та здоровая основа. И вам еще поднять ваших детей и вдохнуть в них наши идеи. Идеи добра, мира, человека. За вас, человеколюбивых, красивых, прекрасных наших учеников, за ваше счастье. Спасибо. И мама, это прям, чтобы вязание на глазах. Когда вы говорите, значит, что... Мама, может, твоим детям не дружишь. Давайте помянем наших одноклассников. Пусть земля им будет пухом. Динку Абдурахманову, Малахова Лешу, Юру Волшкова, Зайцева, Васильева, Юра Волшкова, Зайцева, да. Царство Небесное. Давайте сами. Свободные вещи, разные вещи. Да. Ну, а мне даже больше нравится слово «бизнес». Я вам обещаю. Ты сегодня улетаешь? Ну, так получилось, вот такая летучая. Дорогая моя 87-я плюс 135-я школа. Именно за это я хочу выиграть. Остались последние из магикан. Пришел только Широков и Газизова Флора. Им ура! Остальные все нас помнят и любят. Всем привет! В Америку, в Детройт, Рыбкины. Смагины в Нью-Йорк. Емяшева в Нью-Йорке. Бегдяшева в Германии. Авенбах. Кто у нас еще за границей? Я говорю, Бегдяшева, да. В общем, всем, всем, которые приезжают и нас вот так вот собирают, это дорогого стоит. Потому что таких, как в Ташкенте, 135 и 87, больше нет. Я вот всем рассказываю, что мы собираемся, и все удивляются. Неужели такое еще существует? За всех, за вас и за тех, которые далеко-далеко. Ура! Всех целуем, обнимаем. Широко. Поехали. Они здесь дружили, в армии вместе служили, да, и это пришел сразу, через год, что ли, после армии упал с этого. А это по математике учитель? Да, Аркадий Михайлович. Аркадий Михайлович, я не вижу. А, да, да, там они помнят. Уехал же? Нет, здесь. Как здесь? Да, здесь. А что, Михайлова не пришла? Она в Москве, в России, говорит, в России уехала. Спасибо, что дважды-трижды мы встречаемся. Да. Хоть каждый год вы должны встречаться. Хоть мы ваши иногда мимо пройдем и не узнаем. Вы так изменились. За вас. Спасибо. Так, Леночка говорит.
за то, что она всех собирает. Да, это да, такая да, энтузиастка, да, это да, без да, нее да, бы да. ничего не было. Без она нее всех собирает. Скажите, скажите спасибо. Спасибо, да. Если бы я ее не встретил, вот, она бы не собирала. Спасибо, Юра. А если бы не приехал Ямяшева, мы бы не собрались. Ну, за Ремяшу пусть другие еще говорят. Да, все, пока надо оставить. Да. Так, Таня, следующий. Я очень рада всех видеть, я тут огромный говорю. Я хочу, давайте встретимся еще через 5 лет. Вот опять, вот Ладоги приедет. А, давайте. Я просто хочу сказать, что вот когда мы учились, мы все сохранили такое тепло по отношению друг к другу, такую доброту, человечность. Вот наши дети, они совсем не такие. Вот давайте за то, чтобы вот, когда нам будет трудно, плохо, чтобы мы вспомнили нас и обратились друг к другу, и услышали теплое слово в ответ. Давайте за всех, за нас. За дружбу, за теплые слова, за то, что мы есть, ребята, что мы есть. Наташ, давай, скажи, пожалуйста. Я предлагаю выпить за Наталью. Наталья, мы пьем за тебя. За то, что ты нас всех собрала сегодня здесь. За то, что... Нет, мы так рады тебя видеть. В общем, благодаря тебе мы все здесь. Она еще постройнела, помолодела. Я вообще не скажу, что бабушка трех внуков. За тебя. Приезжай почаще. Мы уже 30 лет прожили. Да. Все по-разному прожили. Мы прожили разную жизнь. Но давайте выпьем за наши школьные годы. И пусть наша школьная дружба останется на долгие-долгие годы. И где бы нас судьба не раскидала бы, там, в Россию, Германию, Италию, Англию, Америку. Ну, всегда бы, если бы я позвонил, сказал бы, Бандюгин, это я. И он бы сказал, здорово, Семен. Давайте за нашу дружбу школьную. Да, это праздник. Так, а я хочу сказать, вы знаете, Ольга Сергеевна сказала, что как-то дорога такая очень длинная у всех и ровная. А мне кажется, что длинная и ровная дорога была тогда, когда мы в школе учились. Когда мы были беззаботные, когда мы ни о чем не думали. А сейчас у каждого такая извилистая дорога. Но я хотела бы вам всем пожелать, чтобы какая бы извилистая ни была дорога, чтобы она была всегда вверх. Пусть эта дорога, по которой поднимаешься с грузом, она тяжелая. Но чтобы у каждого внутри всегда горел огонечек, и нужно говорить... я иду вперед, а за мной школьные годы. И единственное, что хочу сказать, вот Сережа сказал, где бы вы ни были, а я хочу сказать, если даже меня здесь не будет, попробуйте мне не позвонить, я обязательно приеду. Знаете, действительно прошло 30 лет, дай бог пройдет пусть еще 30 лет, и вот так вот дружно, но желательно, чтобы больше мы встретились. Действительно, воспоминания приятные. Говорят, иногда действительно воспоминания грустные, как-то неприятные, молодость уходит, годы, детство уходит. Но детство иногда, оказывается, приятно вспоминать. И свои 17 лет, они, оказывается, возвращаются, хоть и через 30 лет. Главное было, чтобы вспомнить, правда? Да. Женя, скажешь пару ладонов? Я очень рада, что мы все снова встретились, с кем-то буквально недавно виделись, а с кем-то, да, да. Говорят, школьные годы не вернуть. Можно вернуть школьные годы, когда собирается такая дружная компания. Хочу, чтобы как можно больше нас собиралось. Вете большое-большое спасибо. Она мне не раз, она мне несколько раз звонит и напоминает. Наташке вообще огромное спасибо, что приехала, нас собрала. У нас всегда есть повод. И действительно, если кто-то где-то далеко, то позвоните, то позвоните, мы всегда соберемся. Я всем очень рада. За вас. Марочка. За нас. За вас. Долгий свет вам жизни, без очков, без забот. Это что, расходиться собрались? Да, да, а все подряд. А ты еще ничего не говори, а потом по новой спаузе. Потом танцы.
очень рад, что мы собрались здесь. Вот такой вот, таким школьным, тесным коллективом. Хоть нас и мало здесь собралось, но все-таки, тем не менее, самые стойкие. И те, кто остался здесь, кто хотел, собрались. Вот мы и повзрослели на 30 лет, но душа у нас осталась такой же, как была в те годы, когда мы собирались во дворе общаком, пели на гитарах, играли на гитарах, пели песни, веселились, купались вместе, сбегали с уроков, ходили в паркиру, вот там, на беседках проводили. Вы нас извините, пожалуйста. Я секреты рассказываю. Если не обижал, не разжигу. Очень приятно через 30 лет вот так собраться в таком коллективе. Спасибо вам большое, наши учителя. Да, вот это вот чуть-чуть подальше, а они туда. Друзья наши тоже их собрали. Дай Бог всем здоровья крепкого. И чтобы мы собрали здесь и на 40 лет, и на 50, ну и промежуток соответственно. За вас, ребята. Как Сергеевна, подъем. Я скажу, как в телевизоре. Коротко скажу. Я хочу выпить за наш Узбекистан, за эту землю, что только у нас вот такие гостеприимные люди, которые... Ислам Абдулганиевич тоже скажи. Салям алейкум, якшим сыс. Саламат были. Я сказал свое, что? Я тут снимаю, я сразу, как я говорю, Турция приезжает, даже когда нужно, по-своему там. Я тут же говорю, ты что мне тут впариваешь? Берекович турк пришел, ты так и тугит, я все понимаю. Керман, ну-ка, все понимает, сразу своя в доску. И вообще хочу сказать всем большое спасибо. Ну, наверное, спасибо за то, что вот вы в моей жизни, не сказать были нельзя, а то, что моя жизнь началась с вас. И вот стержень в человеке закладывается все-таки в самом детстве. И не зря первый порог бывает, вот самый такой, как говорят, первый выход в жизнь, это вот первый такой шаг решительный. Мы, оказывается, после школы водили за ручку, вот дальше открылась перед вами жизнь. Вот все-таки после института все-таки чуть-чуть все по-другому. Самый большой перелом, он был вот когда после школы. И самое становление, вот у всех, я думаю, каждый согласится, стерженьков, вот эти первые ростки, но они заложили на всю жизнь. Почему мы друг друга теперь узнаем? Даже если мы изменились, но тот стержень, он все равно через все просвечится. И просто поскольку я вот далеко, я говорю, вы знаете, я так часто вспоминаю, то одно вспомню, что другое, вот сейчас как ты про Катюшу, вы как Катька ко мне прибегала и говорила, как ты аппетитно кушаешь, а в это время она пришла ко мне математику делать. Русские, у меня проблема вечная была, а я ей говорила, сочинение пишу. Ваньку вспомнила, как это, дать писать. Плечо. Да. Я так, оказывается, сейчас могу сказать, как будто было вчера. Знаете, поэтому всем вам огромное спасибо за то, что, знаете, могло быть по-разному, но у нас было совершенно классно. И, как я говорю, и 135-е, и сегодня приезжает, с 89-й мы почему-то не дружили тогда. Да, да. А вот со 135-й... Мы к вам на ветеран приходили. Да. К вам приходили на ветеран. Да. Да, да. Поэтому всем ваш спасибо. Ваш узнала, вы к нам. И еще раз хочу сказать огромное спасибо учителям, которые не просто так вот как... Ведь у них сколько выпусков было, а они к нам пришли. Они к нам пришли и нас помнят. Огромное вам спасибо, особое спасибо. Спасибо и вам. Да, ну, а теперь давайте идем. Я хочу выпить за каждого из вас и за всех вас разом, за то, что... Не так часто увидишь в этом городе одновременно так много белобрысых голов за одним столом. Вот я хочу за это выпить, чтобы нас как можно больше все-таки было.
за нашими столами, ребята. Видите, давайте. Так быстро хотите разойтись, но не получится. Пока я здесь, не получится. Так, друзья, одноклассники, 30 лет – это все-таки срок. Большой. Не в том смысле это. Понимаете, да? Да. И все собрались. Действительно, я очень рад. Мы в прошлом году два раза собирались. Я действительно рад. Кого не видел, кого видел, Бадаева чухнула. Сразу у Ситникова тоже убежала. Хорошо, хорошо хоть Наташа приехала, вы пришли. Я не знаю, куда ты убежал. Голова болит там. Убежала тот день. И следующий день. Аборт, аборт, аборт. Там роды. Что, не знаю, что ли? Дайте, давайте каждый год, ну не каждый год, ну хотя бы раз в 10 лет. А так через год. А можно и каждый день. Я, например, за. Я, например, за каждый день. Дай Бог нам всем здоровья, самое главное. Дай Бог нам всем здоровья. Остальное все купим. Все равно найдем. Самое главное здоровье нам. Это Веты надо спросить. Его жены татарки. Не знаю, кто это. Давайте. Прощай, всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января. Прощай, ничего не обещай, ничего не говори, а чтоб понять мою печаль, пустое небо посмотри. Ты помнишь, плыли в вышине, и вдруг погасли две звезды, но лишь теперь понятно мне, что это были я и ты. Среди снегов, среди зимы никто нам лето не вернет. Прощай, 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 прощай. Прощай, вернуть назад не можем мы в июльских звездах небосвод. Прощай, ничего не обещай, ничего не говори, чтоб понять мою печаль, пустое небо. Погасли две звезды, но лишь теперь понятно мне, что это были я и ты. Наш любимый. И чтоб сдохли наши враги. Да, не говоришь. Покажи. Сейчас Петя спросит, а что пьем? Вовремя приходить надо, объяснять будут, оплатить. А женщин, которые нас не покидают? О, Виолетта! А что наши мужики за женщины? Сережа! Я не понял! Катя! Сергей! Ты там всем налил, здесь налито! А женщин, которые нас не покидают? Ты что-то...
Ташкентова была здесь 20 лет назад, Ташкент очень изменился. Вот она посмотрит и вспомнит. Новый Ташкент, совсем другой, не такой, который был раньше. Открытки нашему маэстро Феллини, вторая Людочки Емяшевой. Аплодисменты. Спасибо. Так, это вам. Феллини, теперь кликуха у тебя будет. Это Людочки. Сейчас приедут. И